короче, сидим. Сергей такой, да. Сергей такой, нужно все жидкости выкинуть, что больше 100 миллилитров, окей? Это я приводу. И знаете что? Мы все отдали Сашиной маме. Приезжает сейчас Светлана с чемоданами, где костюмы. И Сергей такой, можно я к вам положу, потому что они уходят в багаж. Обманули. Мы, Сергей, никогда не просим Сергея запомнить этот день. Мы на вас обиделись. Это очень несправедливо. Это просто. Это спроси у Маши. У Маши. Маша. Это очень несправедливо. Маша, интервью, пожалуйста. Что вы скажете по поводу этой ситуации? Вот такие вот у нас люди тут ходят, бродят. А вы когда снимаете? Мы, короче, купили наше кофе. Теперь мы направляемся обратно на наше гейт. Гейт, да. Мы опаздываем, может быть, чуть-чуть даже. Ничего не чуть-чуть. Опаздываем. Нас exposed. У нас одна минута дойти. А, ну все, не опаздываем, ребят. Нам еще идти, как бы, типа, 3 километра на норму. В смысле, нам 4. Сейчас руки замерзнут. 4, правильно, еще нам 4 километра. Типа, все, бежим, ребят. Короче, мы купили кофе. Все, что мне надо было сказать, это мы купили кофе, она говорила какую-то дичь. Моя сестра хорошая, купила сестре свою. Маша заказала себе чикен нудл суп. Подожди, у меня все в пересвете. Чикен нудл, Маша заказала, я заказала себе пасту. Катя взяла себе тост. Ребятки, вот моя, значит, еда. У меня спрайт, холодненький. Это самое вкусное в самолете. Маши, вот такая вот шляшка. Раменщик. Вот такая штучка. Я очень хочу. Сейчас Маше чаечек дадут, мы покушаем, девочки, фото. Короче, приятного нам аппетита. Если вы смотрите это видео, передавайте поцелуйчик от меня вашей еде. И скажите, что я ее очень люблю. И кушайте ее с удовольствием. А Маша мешает там. Маша мешает. Все, мы кушаем, вам приятного аппетита, а мы дальше летим.
летим. Да, мы летим. Я сейчас так вышел, скажу, ребят, короче. Маша меня попросила, значит, сфоткаться и заодно посмотреть мальчика сзади. Он был миленький. Короче, я смотрю, Маша говорит, блин, так, такой миленький. Я типа такая, да, миленький. И там сзади мужик, который вот так вот спит у него, вот так вот течет. Да пацан реально был миленький, собственно. Ну, она так и номер не спросила у него. Мы в Ницце, мы наконец-таки приземлились, мы наконец-таки уже вот тут по полу вот так вот шагаем. Пальмы, господи, тепло, мы уже все раздели свои кофты, потому что в них нереально жарко. После того, как мы переоделись, оделись, накрасились и докрасились, мы наконец-таки поехали в центр Ниццы гулять по этому замечательному солнечному городу. Представляете, в октябре такое солнце. Вау. На море, на море! Мы идем по Ницце, ребята, представляете, это Ницца. Это, то есть, это не декорации, это я не сплю, это я не в фильме. Вот там, мы в Ницце просто... Посмотрите на это. Шип, ребята, шиперим, шип. После того, как мы погуляли, мы зашли в магазин, чтобы купить нам что-нибудь перекусить. И просто посмотрите, где мы кушали. После этого всего мы наконец-таки поехали в театр к нашим друзьям из Ниццы, где Аркадий, привет, Аркадий, провел нам замечательный мастер-класс. Там мы и познакомились с новыми ребятами и провели замечательно наш оставшийся вечер. Ну и, конечно же, дискотека, пицца, угощение и круглый стол для взрослых. Было очень весело, но нам надо было уже ехать обратно в отель, ведь время было очень много. Ну вот и заканчивается наш первый влог из Ниццы. Надеюсь, вам понравилось следить за нашим днем. А теперь давай в игру. Если тебе понравилось следить за нашим днем, то ты оставляешь комментарий и ставишь лайк. Ну, а если ты еще не подписан, то подписываешься на наш канал. С вами был Art Mix, и всем пока-пока!